Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 32. Запиши формулу зависимости между делимым А, делителем Б, частным С и остатком R при делении с остатком. Сравни в этой формуле значение остатка R и делителя B. Запишем формулу. А равно B, умноженное на С, плюс R, где А – это делимое, B – это делитель, а С – это частное, R – это остаток. Сравним в этой формуле значение остатка R и делителя B. Остаток всегда меньше делителя. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.